Коллиматорный прицел открытого типа «Пилат» 1х42 был разработан Вологодским оптико-механическим заводом и предназначен для быстрой и точной наводки оружия по различным целям, в том числе по быстро движущимся. Основные преимущества данного прицела – его компактность, надежность, простота в использовании и невысокая стоимость. «Пилат» 1х42 имеет габариты 82 на 45 на 61 мм и весит всего 160 грамм. Небольшой вес прицела был достигнут за счет изготовления корпуса из авиационного алюминия высокого качества. Данный фактор также повлиял на прочность коллиматора, который способен выдерживать гладкоствольное и нарезное оружие крупных калибров. Кстати, «Пилат» 1х42 продается в нескольких вариациях, которые отличаются типами крепления, что очень ценится среди охотников с различным оружием. Следующий очевидный плюс – это простота в использовании. Управление прицелом осуществляется всего двумя кнопками, которые расположены на передней части корпуса и предназначены для включения и выключения прицела, выбора прицельной марки и изменения их яркости. Функции кнопок зависят от продолжительности нажатия. Всего прицел имеет три прицельных марки – это стандартная точка, пенек и пенек с точкой. В коллиматоре предусмотрено 7 уровней яркости, один из которых подходит для использования прицела с приборами ночного видения. И главное, но далеко не последнее преимущество данного прицела – это его стоимость. Цена «Пилат» 1х42 сравнима с ценами на страйкбольные реплики популярных коллиматоров, однако данный прицел подойдет не только для страйкбола, но и отлично справится с большим количеством разнообразного охотничьего оружия.